Вот так выращивается будущее, будущий лес, ель. Ничего себе, мама дорогая, сколько ее тут много. Это вот нынче мы в мае садили ее. А, это буквально майская? Да. Буквально майская. Ой. Вон у нас сосна прошлогодняя. Дали. А второй, ну получается, погодные условия, дожди же были. Угу. И заморозки. И у нас очень много ее погибло из-за вот этих заморозков. Понятно. Корневую систему по льдом поизорвало. А то, что вот сейчас дожди были, это хорошо для вот, да, для вот этих? Какие дожди? Ну вот были вот в начале тут вот прям хорошие такие, ну, дожди. У нас тут, не можно сказать, дождей не было. Ничего себе. Мы уже сколько, как говорится, ждем. Вот у нас получается, вот что осталось, получается. Ага. С первой, ну как, с первой. Ну а как она, вот стандарт 10 сосна. Сантиметров, угу. И уже можно 8-10 сантиметров, и ее уже, как говорится, можно высаживать. Угу. А это тут на улице посадили, надо же, классно так. Так, это полив, 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 вот они рельсики. Часто поливаете, нет? Все зависит от погоды. От погоды. Ну, от 3 до 5 дней ее тут. Ну, вот, ну, а как там микроклимат? Золотинка для микроклимата. Это чтобы как бы солнце не жарило там. Снизу не поддувало, ничего нет. Так приятно, что все это у нас, а не где-то за границей. Короче, говорите, 25% должны. Ну, был такой как бы указ президента, что. Возвращать, короче, возобновляемый ресурс. Именно вот с закрытой корневой системой. Угу. Вот здесь посадили когда? 22-го начали посадку. Мая. Почему? Июня. Июня. Ух ты, ух ты. Все. И тут вот сейчас все вылезет, все быстренько, да, прям. Ну, а, кстати, садите тоже в своих же опилках, да? Не, или мы нет? Опилками просто прикрываем, ага, чтобы, ага, как это, и семена не выдуло, пока вывозим сюда. И все равно солнце, что это. Угу. Ну, конечно, уже такой жары нету. Ага, шторочки. Все равно жарко, но такой жары уже нету, что и получается, а прямых солнечных лучей нету. Часто поливать приходится? По весу. Тут сейчас еще, я говорю, пока не...